Итак, всем привет! Сегодня 21 октября 2015 года. Сейчас буду делать обзор на домашние маринованные огурцы. Это мне теща их передала. Вот. Такие огурчики. Этот уже открыл банку. Сейчас буду пробовать. И буду оценивать по 5-бальной шкале, насколько они тянут. Так, сейчас достанем огурчик. Но огурцы вкусные, такие хрустящие, похожи на малосольные огурцы. Очень вкусные, вообще классные, как малосольные огурчики. Короче, огурцы вообще супер, вообще классные. Хрустящие такие, вкусные. По 5-бальной шкале 5 баллов, 5 с плюсом даже поставил. Сейчас попробуем рассол. Рассол тоже классный, офигенный. В меру соленый. Такой вкус насыщенный. Вообще очень вкусный. Вообще классно. Можно прям выпить большую кружку сразу рассола. Очень вкусно. Короче, рассол по 5-бальной шкале тоже 5 с плюсом. Офигенно. Короче, моя теща умеет закрывать огурцы. Очень вкусные. Похоже на малосольные огурчики. По 5-бальной шкале 5 с плюсом. И рассол тоже офигенный. Тоже 5 с плюсом. Так что большое спасибо теще за вкусные маринованные огурцы. Ну ладно, всем приятного аппетита. Всем счастливо и пока. До новых встреч.